Евгений Михейкин укращает байк уже 3 года. Для души, физического здоровья и дисциплины. Говорит, спорт ему помогает достигать в жизни и работе новые вершины. В прямом и переносном смысле. Просто когда мы прекращаем заниматься спортом, ну, по крайней мере, вот в нашем кругу общения, получается какой-то внутренний дискомфорт, не хватает активности, свежего воздуха, движения. Соревнования старается не пропускать, но гонится не за победой, а проверяет свои силы. Чемпионат и первенство Мурманской области не исключение. Здесь собрались более 40 человек из Мурманска, Североморска, Апатитов и Мончегорска. Участникам нужно преодолеть чуть больше 1 километра на горе Горелое. Самое тяжелое – это, конечно, подъем, учитывая, что мне на своих 2 уже непросто, представляю, сколько сил прикладывают спортсмены, чтобы как можно быстрее пересечь финишную черту. Скользкая трасса, скальники, крупные камни. Вдобавок ко всему дождь и холод. Спины у спортсменов обрызганы грязью, а силы у финиша на исходе. Но расслабляться нельзя. Ребята ехали, ну, кто-то очень быстро, кто-то помедленнее. Вот очень скользкая трасса сегодняшняя по сравнению с прошлым годом. В прошлом году солнышко небольшое было, зрителей очень много наверху было. В этом утром проснулись снег, видите, люди падали по несколько раз. Но ничего, достойные заехали до конца. Дистанцию чемпионата быстрее всех преодолел Алексей Бровин. 2-е место занял Виталий Истомин. 3-ку лидеров замкнул Александр Бушманов. Элина Шагенова, Павел Третьяков, ТВ 21+.